Снова газ. В минувшую пятницу в 19:00 прогремел взрыв в одном из жилых домов Заинска. ЧП произошло на последнем этаже пятиэтажного дома, состоящего из 8 подъездов. Момент взрыва дома находилась лишь малая часть жильцов. Это помогло избежать больших жертв, однако без погибших и пострадавших не обошлось. Щелминская дежурная смена поисково-спасательного отряда номер 6 также выехала на помощь. В результате пострадали все квартиры 5 этажа, то есть там полностью обрушение кровли. И пострадали, значит, квартиры 4 этажа. Там были выбиты окна, выбиты входные двери взрывной волной. Значит, пострадало всего в результате этого взрыва происшествия 10 человек, в том числе один ребенок и в том числе один погибший. В 8-м подъезде, в котором прогремел взрыв, проживало 56 человек. Четверых, находившихся в момент случившегося дома, помог спасти челнинский отряд. По предварительной версии, причиной случившегося стал взрыв бытового газа. Работы по разбору оставшейся части 5-го этажа ведутся до сих пор.